Российский рэп-артист Александр Степанов, известный под сценическим псевдонимом Стрит, заявил, что Децл был дня него кумиром, а творчество Кирилла Толмацэ кого предопределило судьбу рэпера. «Если бы не он, я бы не пришел в музыку», — сказал Стрит. Ранее рэпер Баста, с которым судился и конфликтовал Децл, выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Толмацэ кого. Децла не стало ночью 3 февраля. Сердце артиста остановилось через полчаса после концерта в Ижевске. Артисту было всего 35 лет. Пятый канал собрал песни Децла, ставшие молодежными гимнами начала 2000-х годов.